Всем привет, друзья! Это снова Пятигорск. И сегодня мы посмотрим с вами вечерний парк Цветник. Парк Цветник находится внизу курортной части, там, где недалеко расположена гора Машук. Соответственно, это очень классное, интересное, красивое место притяжения как для местных жителей, так и для туристов. Но в основном, конечно же, сюда приезжают туристы. Хотя я вам хочу сказать, молодежи здесь тоже гуляет очень много. И это нетипично, например, для Краснодарского края или Крыма, да, чтобы в апреле так много было туристов. Но в Пятигорске вообще круглый год, практически только за исключением с декабря по март, возможно, здесь туристов гораздо меньше. Все остальное время у них считает сезон. Эта информация я, собственно, и узнала от мужчины-бариста в кафе. Потому что он круглый год работает в заведении и говорит, что сезон у них начинается где-то с конца марта и длится аж до ноября. Поэтому в Пятигорске всегда многолюдно. Это достаточно крупный город, Кавминвод. И вот очень много красивых, конечно же, смотровых локаций в этом парке. Если подняться на самую гору, то можно увидеть вот такую вот замечательную панораму Пятигорска. Ну, естественно, камера не передает всего величия, мощи и красоты, но вживую, я вам хочу сказать, это очень красиво. Сейчас вот на горизонте японская беседка. Вот так вот она красиво выглядит. И еще одна смотровая локация, но уже на парк Цветник с этой стороны. То есть Пятигорск очень красивый, интересный город. И есть там что посмотреть, где побродить, походить. Очень много зеленых зон. Я осталась под впечатлением в хорошем смысле. Кстати, сейчас вы видите грот Дианы. Я туда тоже зашла, но вот со стороны он немножко темным смотрится. А так, на самом деле, очень интересная локация. Днем, я думаю, тут покрасивее будет. Это Лермонтовская галерея. Она сейчас находится еще в стадии конструкции. И вот такой вот парк замечательный для отдыхающих. Здесь также расположены уличные мастера. Вот, пожалуйста, вам картинная галерея одного из художников, который расположен в этой части города, в парке Цветник. Ну и, конечно же, немного красивых зарисовок для вас, друзья мои. Приезжайте отдыхать. Мне очень понравилось. В апреле было тепло. Ну, наверное, это все-таки аномально жаркая погода, потому что, вернувшись, везде было похолодание. Поэтому такие вот солнечные, яркие, теплые денечки мы застали. Кстати, здесь есть еще и уличные музыканты рядом с фонтанами. Собственно, вот такой вот ажиотаж вызывает всегда уличные музыканты. Очень красиво, мне правда очень понравилось. Я даже не знаю, как вам это описать. Это, конечно же, нужно видеть своими глазами однозначно. Но выглядит так потрясающе. Приезжайте в Пятигорск, наслаждайтесь, отдыхайте, оздоравливайтесь, пейте водичку, гуляйте, благо гулять где есть. Всем пока-пока.